Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. 8-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил перелом лучевой кости во время игры в футбол. Но уже Саша идет на поправку, этими новостями юный чемпион поделился со своими поклонниками. Дорогие поклонники, мне уже сняли гипс, который был по плечо, положили по локоть. Такой вот. Не переживайте. А что думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.